Сейчас работают несколько очень серьезных диверсионных групп. Однозначно это вряд ли уровень ДНР. Я думаю, это уровень братского соседского государства. Вот, они уже непосредственно воюют против украинской армии, пограничников и так далее. Ну, идет работа по ним активная. Зачистка идет плановая, по квадратной идет поиск групп, вот, выявление пособников, точек переправления. Сегодня нашли опять-таки точки, через которые переправлялось оружие, где высаживалась сама группа с кораблей. Но пока еще успех не стопроцентный, понятное дело. Но детали рассказывать сейчас не имеет никакого смысла. Yeah.